Новиков – ресторатор. А вы имеете отношение к тому самому Новикову? Я вот здесь вот за эти 5 лет пробовал, допробовался. Рестораны. Рестораны. У тебя особо нет языка, ты в новой стране, и ты не боишься открыть бизнес. Это деньги решают? Мне хватит миллиард. Думаю, миллиард хватит. Долларов? Сейчас там, слышишь, да, звук? Это упал кто-то там на той стороне экрана. Да. И вот ты должен пройти тоже вот этот путь, чтобы ты понял, что такое Америка. Вы смотрите «Американские истории». Я Алина Полянских, и сегодня мой гость – ресторатор Олег Новиков. Новиков – ресторатор. А вы имеете отношение к тому самому Новикову? Я нет, не имею. Часто, да, тебя наверняка спрашивают? Все время спрашивают. Я работал с Аркадием Новиковым в Москве. Я начинал с его ресторана, я пошел к нему официантом работать. Вот, ну, как бы я знаком с ним. А чем ты еще в Москве занимался? То есть я правильно понимаю, что ты вот действительно прошел весь этот рестораторский путь с позиции официанта, да, до вот, ну, хозяина бара? Ну, типа того, да. Начинал, да, и официантом, потом пошел менеджером, потом пошел менеджером проекта, потом ушел в ночной клуб, потом из ночного клуба наш ушел в стрип-клуб. Кстати, сейчас будет такое, откуда ты знаешь? Олег просто был частью стрип-клуба, стрип-клуба для женщин, то есть туда приходят женщины, но танцуют там мужчины. Да, но не то, что я был прям частью, я занимался управлением этого проекта. Вот, да. Хороший был проект. Очень хороший, он существует, кстати, до сих пор. Слушай, ну классно, я очень хочу здесь его открыть, но просто мне кажется, здесь нереально сложности будут. А вот я не знаю, кстати, мне кажется, вот чисто ментально здесь же женщины свободнее. Здесь же нет вот этого клейма. Но проект же ведь должен жить на что-то. Понятно, что они свободнее, но в России, например, девушки и женщины готовы платить за это, а здесь нет. Когда приезжали к нам американки никогда не тратили деньги на там crazy меню. Максимум, что они себе могли позволить, это входной билет, там 500 рублей, и сок. Да, я уточню, что такое crazy меню. Это в меню позиции, когда ты, например, можешь заплатить 1,5 миллиона рублей, и догола раздеваются все мужчины, работающие в этом клубе. Догола нет, потому что... Не догола, а там было написано, все обнажаются. Обнажаются до стрингов, до плавок. Потому что законодательно мы не можем раздевать танцоров на сцене. Понятно. А, в общем... Но ты можешь их расстрелять из водного пистолета. Это тоже отдельный пункт меню. Ты можешь сжечь клуб. Там стоит, по-моему, 10 миллионов долларов. То есть ты можешь прям сжечь особняк весь. Вау, это в центре Москвы, кстати, на Садовом. Не доходил до этого. Ну, нет. Да. до этого но нет. Было весело. Ты реально знаешь толк в веселье. И я только понять одного не могу. Ну, хорошо, в России у тебя все круто складывалось. Твое имя было как бы на слуху в тусовке. Рестораны работали, проекты развивались. Ты не стеснялся ни проектов, ни себя. Почему вдруг в Америку? Ну, так сложились обстоятельства. Уехал. Вот, и живу здесь теперь. 5 лет? 5 лет, да. Вот, кстати, 5 лет будет прям буквально завтра. А ты доволен тем, как здесь за 5 лет сложилось? Очень доволен. Ну, правда, очень доволен, потому что за 5 лет я для себя, мне кажется, очень много сделал вещей, которых я хотел попробовать, там, окунуться в что-то. Я окунулся. В Москве у меня не было этой возможности. Почему? Потому что, слушай, ну, был такой бэкграунд, уже был такой, знаешь, уже все знают, там, как-то неловко там куда-то залазить. Вот, например, здесь никто тебя не знает, поэтому, давай попробуем попеть, давай запишем песню, давай попробуем там... в ресторан залезть, давай попробуем туда, давай попробуем поучиться в полицейской академии, давай попробуем это. И я вот здесь вот за эти 5 лет пробовал. Рестораны. Рестораны. Отличается ресторанный бизнес в Америке от того, как это все устроено в России? Конечно. В лучшую сторону или здесь больше сложностей? Здесь больше сложностей, вау. Да. Ну, смотри, все же деньги. Да. Вот я тебе просто примеры переведу. Например, зарплата поваров в России, она, естественно, не такая большая,
как здесь, да, поэтому они могут себе позволить взять большой штат. Мы себе его не можем позволить, потому что это будет нерентабельно для бизнеса, если я наберу такую же команду, как в Москве. Да. Вот. Ты мне теперь это объяснил. Я никак не могла понять, почему в Нью-Йорке, в столице мира, мы не можем получить такой же сервис, как в Москве. И если ты не приходишь в какой-то безумно дорогой ресторан, да, ты сервисы здесь такого же, как в России, не получишь. Безумно дорогой ресторан может себе позволить платить хорошую зарплату, да. Прям хорошую зарплату. То есть это не такая зарплата, как в России. Там, да, здесь это все-таки, допустим, официант, это профессия, которую там должен получать там 5 там, тире, там, и выше тысяч долларов в месяц. Сейчас там слышишь, да, звук, а то упал кто-то там на той стороне экрана. 5 тысяч долларов в месяц и выше, официант. Официант, ну а смысла меньше работать. Я знаю ребят, которые работают официантами больше 20 лет, и это действительно их профессия, они содержат семьи, они учат детей в колледжах, у них все они в порядке. Они покупают квартиры, они покупают дома, они берут моргичи, конечно. Ну, а опять же, вот это очередная такая иллюстрация того, что в Америке нет плохой профессии, здесь никогда не будет такого фото, там, официанта, нет. Ты зарабатываешь, вот ты это крутой. Очень крутая штука здесь. Вот прям совсем крутая штука. Я прям помню, как я приехал, знаешь, вот у меня было там, вот этим неудобно заниматься, а вот этим вот вроде как престижно заниматься. А потом, когда я сюда приехал, начал знакомиться с людьми, они так спокойно говорят, слушай, а я там занимаюсь груз таскаю, там, мувинг, там, я там полы мою. Я думаю, почему так люди об этом спокойно говорят? Потому что круто, они работают, они не воруют деньги. Они зарабатывают деньги, они никому ничего не должны, они содержат себя, и это прекрасно. А с точки зрения бизнеса в целом, да, как, если мы говорим, здесь проще или здесь есть свои сложности? Грубо говоря, здесь же нет этих там проверок санэпидемстанции, которые тебя придут, и ты им там должен в конвертике что-то. Пожарные службы, такой службы. Есть что-то. То же самое. Да? Да, есть то же самое. Допустим, ну, слушай, в России... Давай так говорить. Есть возможность договориться. Да, придет проверяющий орган, ты можешь договориться. Здесь у тебя нет этой возможности. Ты не можешь подойти к проверяющему, даже предложить стакан воды, потому что это будет расценено как взятка. Да, поэтому они тоже сюда приходят, они тоже проверяют. Проверяют все по-настоящему. Угу. То есть прям вот... Если дают A, значит это A. Если B, значит это B. A, а у нас есть критерии оценки качества еды и качества чистоты ресторана. И этот значок висит на двери в ресторан. То есть если ты видишь A, это значит там все чисто, там все соблюдено, пацаны красавчики. Да. Ну все сделано очень как-то очень правильно. То есть к тебе пришли, они, если увидели какие-то косяки, они тебе дают время, чтобы ты исправил это, и придут через какое-то еще время. Вау, то есть тебя не драконят здесь. Тебя не щемят здесь, да. То есть есть, конечно, штрафы, они должны жить на что-то, мы это понимаем прекрасно, мы оплачиваем периодически эти штрафы. Штрафы бывают за, ну, за какие-то смешные там вещи, знаешь, там мошка пролетела, это большой штраф. Мошки есть везде, там еще что-то, еще что-то. Расскажи мне о какой-то вот самой серьезной сложности, с которой ты столкнулся уже здесь, в ресторанном бизнесе. Сложность? Да каждый день сложность, слушай, ну я уже как-то для... Ну было же такое, что вот просто хотелось уже голову о стену разбить. Пандемия. Начало пандемии, потому что до пандемии, слушай, ну как бы ты сама знаешь, там я открыл место, и оно там, оно не стояло долго, оно очень быстро прям сразу выстрелило, да, и мы стали очень... Ну, действительно, очень популярный ресторан очень, в Нью-Йорке. Очень популярное место, к нам не попадешь ни в выходные, даже после пандемии сейчас невозможно попасть. В пятницу, субботу, если нет резерва, ты не зайдешь к нам, вот. А мы не ожидали, что так резко нам скажут, все, не работайте, ребята. Я просто не знал, как себя вестись, я не знал, куда девать свой персонал. Ну, то есть, понимаешь, языка еще не очень много, и информации немного было. То есть вот это было очень сложно, я очень боялся, что мы сейчас загнемся, что жизнь закончена, и что больше ничего не будет, ну, вроде выстояли. Но ты уволил ребят? Что ты, как ты вышел из этого всего? Ой, слушай, я не люблю это слово «уволил». Мы на какое-то время попрощались с персоналом, потому что мы не работали. Ну, как уволил? То есть я всем сказал, ребят, мы пока не работаем. Не знаю, как только нас откроют, я всех обзвоню. Вот. Пришлось убрать там, потому что кофейня работала, там 50-60% я убрал людей. Сейчас опять вернулись все, потихонечку. То есть к тебе вернулась твоя же команда после пандемии? 80%, да, вернулись. Вау. Угу. Это очень хороший показатель, что с тобой хотят работать. Ну, потому что, слушай, нужно с людьми по-человечески. Вот мне знаешь, что интересно? Ты переезжаешь в Америку, ты начинаешь бизнес, даже несмотря на то, что да, у тебя какой-то вот есть опыт в бизнесе. У тебя особо нет языка, ты в новой стране,
и ты не боишься открыть бизнес. Это деньги решают или есть вот просто какой-то подход? Грубо говоря, что нужно людям, которые приезжают в Америку? Чемодан денег с собой, связи, чтобы открыть бизнес и вот так начать качать моментально? Связи здесь не нужны. Нет, они нужны вот чуть подальше. Если ты хочешь открыть бизнес, связи тебе не нужны. Ты идешь в контору, а ты берешь документы, или ты идешь к бизнес-адвокату, русскоговорящему, например, если у вас нет английского, у нас их очень много, и просто говоришь, я хочу открыть там клининг-компанию, что мне нужно для этого? Тебе дают документы, они все очень логичные, они все очень понятные, их несложно собрать, ты собираешь, открываешь компанию, все это 2-3 дня, работай. Здесь главное платить налоги, все. Здесь нет сложности открывать эти компании, здесь очень все легко. Понимаешь? Если нет языка, то, у меня его тоже не было. Привет, пока. Все, я приехал, я там понимал, что мне нужна консультация бизнес-адвоката, я прогуглил, русскоговорящий, нашел, посмотрел рейтинг, пришел к нему, я говорю, слушай, вот так и так, языка нет, хочу вот это, помоги мне, пожалуйста, какие мне нужны документы. На следующий день он мне прислал все документы, я их собрал, и вот это все очень быстро и легко. Прям бояться не нужно. Деньги, естественно, деньги тоже нужны. Слушай, когда ты начинаешь бизнес, нужно вложиться сначала. А когда говорят, что кредиты можно взять, вот с этим сложности. Кредиты не дают, кредиты очень сложно сейчас дают, а потом кредиты дают под что-то. Но если у тебя здесь нет ничего, нет ни бизнеса, ни квартиры, нет никакого бэкграунда, то кредит тебе очень сложно будет. Почки здоровые. Почки, только можешь почку продать. Как вариант. 5 лет спустя, уже освоив язык, освоившись здесь, можешь сказать, что ты себя чувствуешь американцем? Нет, наверное, не американец. Потому что я живу в русской эре. Слушай, я просыпаюсь, вхожу с собакой гулять. Доброе утро, здравствуйте, привет, как дела? Доброе утро, здравствуйте. То есть очень сложно вообще английскую речь услышать. Вот. Чувствую, когда приезжаю в Сити, когда приезжаю к вам сюда, например, да, здесь, конечно, одни американцы. Это прикольно. А там у нас как деревенька такая. Ты хотел этого? Ты сам выбрал, ты сам решил для себя, что ты хочешь жить в русской среде? В русскоязычной, давай так назовем, среде. В русскоязычной среде, да, потому что я приехал к своему другу сюда, и он, собственно, уже и жил в русскоязычной среде, и как-то мы с ним поговорили, он говорит, какие у тебя планы вообще? Я говорю, хотелось бы открыть какое-нибудь местечко, я очень хочу. И мы посидели, подумали, он говорит, что тебе нужно открываться здесь, потому что языка у тебя нет, тебе как-то людей встречать надо, тебе как-то надо работать. Давай попробуй здесь, а потом, если все пойдет, пойдешь дальше в Америку. Не знаю, попробовал. Ты не пожалел ни разу еще об этом? Нет, конечно, нет. А как тебе вообще в целом Америка? Хорошо, Нью-Йорк со своей эстетикой, да. Его в сторону. А в целом страна. Ты же сейчас и в Майами освоился. Особнячок, кстати, приобрел. Девочки? Вообще, просто берешь Америку нахрапом. Люблю вообще Америку, люблю. Крутая страна, она же разная вся. У меня была возможность попутешествовать немножко по стране, и я прям понимаю, какая она крутая. Слушай, она... Здесь, во-первых, крутые люди живут. Они какие-то немножко проще, что ли. 100%. Прям с ними как-то проще, легче. Нет каких-то ненужных понтов. Они есть, очень где они нужны. Очень локальные, обычно локальные. В русскоязычном районе. Все остальное прям прекрасно. Я кайфую в Америке от того, что я выхожу из дома, и я точно знаю, что меня сегодня нигде не пошлют нахрен. Никто. Ни вахтер, ни продавец проездных в метро, то есть нигде. Я знаю, что все будут улыбаться, даже если я им ужасно чертела. И они будут довольны. Это мне нравится каждый день здесь. Мне тоже, я разговаривал с сестренкой, она говорит, слушай, это же у вас типа фейк все, улыбки. Я люблю, когда искренне. Ты знаешь, мне лучше пусть фейк улыбаются. Эта картинка красивая, да. Все счастливые, улыбающиеся и прекрасно. 100%. Правда. А есть что-то, что не нравится? Мы же все равно с тобой взрослые люди, да? Если бы мы детьми переехали одно. А мы же все равно сравниваем. Не нравится. Грязь не нравится. Мусор не нравится. Как раз-таки про рестораны мы с тобой говорили. Я очень скучаю по именно российским ресторанам, украинским ресторанам, потому что там и сервис, и... Да там все вообще все. Такого у нас очень мало.
по театрам скучаю, по мероприятиям скучаю, очень прикольно, потому что у нас они проходят здесь, но вот именно наши, но очень все ограничено. Очень ограничено. И просто вот очень хочется. И мы как будто бы вот где-то в глуши и в провинции, мы каждому здесь радуемся. Да. Театр, да, с любой труппой приезжайте. Да, да, да. В первом ряду. Да, конечно, поэтому скучаешь по всему, вот, но... все равно в Нью-Йорке есть возможность посетить там и балет, нам привозят, и театры. Ну, сейчас... Слушай, и сейчас люди такие сидят, у них Карнеги-холл, да. У них это, у них то, что они еще ноют. Да. А скажи мне, мы раз заговорили про рестораны, продукты, качество продуктов, вкус продуктов. Я все чаще вижу, что народ пишет, вот, мое самое большое разочарование в Нью-Йорке, здесь невкусно. Не потому что, ну там, даже... Вот, сами продукты. Да, это правда. Продукты здесь не такие качественные, как, например, у нас там. Mm-hmm. Там, да, я не знаю, с чем это связано. Может быть, ну, правда, даже помидоры, даже вкус помидора, он разный. Поэтому смотри, какая, например, сложность. Я там сейчас открываю новый проект. Мы очень долго думали, чтобы привезти крутейшего шеф-повара оттуда. Вот, но... отказались от этой идеи именно из-за продуктов, потому что когда шеф приезжает в новую страну, в Америку, ему будет так сложно работать с этой линейкой продуктов, потому что он просто будет искать. Он будет там брать одни помидоры, они ему будут не нравиться, он будет другие на это время, понимаешь? Да. И пока он поймет, что у нас продукты любые будут такие, да, пройдет огромное количество времени, там, мы потеряем деньги, все такое, ему будет сложно работать с нашими продуктами. Поэтому нужно, конечно, брать местного человека, который знаком вот с этой историей. Я не знаю, почему так. Может быть, потому что мы очень далеко находимся от азербайджанских, там, узбекских помидоров, там, понимаешь, uh-huh. которые там мы привыкли, вот эти невероятные. Дорогая логистика, транспортировка сюда, да. поэтому мы не имеем. Но я не понимаю, почему в Америке их нельзя выращивать, почему там у нас Мексика рядом. Ну, с Мексикой рядом, причем... Земля, может быть, вода. Вот, скорее всего, потому что у нас круглогодично мы едим те фрукты и овощи, которые ты никогда, ну, или в азбуке вкуса по 8 тысяч рублей за килограмм, ты будешь покупать зимой, да, то есть у нас есть все круглогодично. У нас два раза в год сезон черешни, два раза в год сезон там хурмы, ну, то есть малины. Все, что угодно, да, да, глубика круглый год. Но при этом вкус большинства продуктов просто хромает дико. Mm-hmm. Не понимаю, почему так. Есть что-то, что ты, вот, ты понимаешь, как твоя американская мечта. Знаешь, есть такой стереотип, все сюда едут зачем-то, и вот ты тоже приехал, и если ты это получишь, это будет твоя американская мечта. Ой, я что-то как-то не думал на эту тему, по поводу американской мечты. Потолок, ты что здесь хочешь добиться? Чего я хочу добиться? Я хочу сделать прям сеть ресторанов прям по Америке. То есть прям вот уже. Угу. Охватить все. Как Макдоналдс? Ну, типа того. Ну, слушай, я денег хочу. Я хочу заработать много денег. Я хочу там, стать богатым человеком, чтобы комфортно потом путешествовать. Наверное. Много это сколько? Есть цифры? Мне хватит миллиард. Думаю, миллиард хватит. Долларов? Хорошая амбиция. Ну, может быть, ты сможешь заработать музыкой. Я уже скачиваю твои треки. Слушай, музыкой нифига не получается зарабатывать. Я объясню тебе. Просто так получилось, что мы вот там записали с друзьями там песню, это прям хобби, это прям фан. Для тех, кто не в курсе, да. Прямо сейчас на всех музыкальных площадках вы можете открыть свой телефон и в YouTube музыка, в iTunes, Spotify, на всех Spotify цифровых... вообще везде. Просто наберите Олег Новиков, и там уже два трека точно, может быть уже три. Три или четыре, и вот мы сейчас Я не успеваю, альбом скоро будет. Я сейчас записал еще два, 31-го выходит одна песня, в сентябре выходит вторая песня. Я объясню, это все хобби, денег это не приносит, потому что это, ну, для меня как бы так, типа, это такая, знаешь, вот там тебе отправил, там сестренке, братишке отправил, тете своей отправил, там, и все сказали, боже, как круто, какой ты классный. То есть давай напоем. Далеко. Нет, там мне нравятся стены голые. Подожди. Ну вот, я забываю, как так? У меня идеальная память на песни. Короче, а денег это не приносит, но я просто попробовал, это тоже интересно, я тоже окунулся, и мне хотелось посмотреть, как это вот вообще работает, вот эта вся история. То есть ты записываешь песню, идешь на студию, потом эту песню нужно куда-то разместить. Потом ты ее размещаешь, и она вдруг на всех цифровых площадках. Вот. А потом ты, когда смотришь, что ее там кто-то даже скачивает, кто
кто-то там даже покупает. Это так от этого круто становится. Ты думаешь, блин, да ты же петь ты не умеешь, чувак. Но твою песню уже скачали там 5 раз. Реально, первая песня была очень заедливая, я ее в машине слушала. Да. Правда. Проблема вся в том, что не думать о прошлом. Да, видишь, материала нет, я же сам не пишу, поэтому мне приходится эти песни покупать. Покупаю я недорогие песни, потому что дорогие у меня нет на дорогие песни. И вот я там, кто-то мне... Поэтому если вдруг, пишите, звоните. А это тебя Америка так раскрыла? Вот ты можешь себе представить, что ты бы в Москве? Нет, я тебе об этом серьезно? И говорил. Я тебе об этом говорил, что в Москве у меня... Я уже такой, знаешь, уже как этот... Вот есть бэкграунд, и мне вот там шаг вправо, шаг влево, расстрел. Мне было неловко чем-то заниматься, потому что я думал, вот сейчас я вот это сделаю, потом люди скажут, Новиков совсем ку-ку, там крыша поехала. А сюда я приехал. А мне, сейчас не скажут? Меня никто не знает здесь, и все такое, я могу все делать и нормально. А потом, когда я начал это делать, я увидел, что на самом деле ничего плохого не происходит. Да, есть там хейтеры, которые говорят там типа, ну говно ты записала, ну как бы, нам не нужна там вторая Ольга Бузова. Там, а есть люди, которые там пишут, что слушай, ну круто, мне друг написал сообщение, буквально вчера мне пишет, слушай, говорит, Новиков, говорит, я не знаю, что это такое, говорит, мы ходим твою песню, поем всем вообще коллективом. Это такой кайф. Я вот все время переживала тоже, что я буду что-то писать там у себя на странице в социальных сетях, и это будет восприниматься как такой тоже еще одна блогерица, знаешь, вот это. А я кайфую от того, что я пишу. Я хорошо пишу, я кайфую от этого. Я сейчас как-то выдохнула. Это наши и блоки. Это так классно. Да, блин, скажи, да. Ты убираешь, когда блоки вот эти там, знаешь, ты когда ты не... Ты, да нас... Как это говорить? Можно. Хочу и да, буду. Да, да, наплевать, кто что о тебе подумает уже, слушай. Ну и вот про... И прям идешь и идешь. А вот скажи мне, это ли не перемена ментальности? Это ли не американизм вот, вот этот, знаешь, да, который ты впитываешь? Да, абсолютно чуть-чуть. Он. И так круто, что это здесь есть, и так круто, что дети воспитываются в такой среде. Они могут себя продать. Ты понимаешь, они могут себе, любой американец может прийти и быстренько сделать презентацию. И не стесняются этого. Мы ментально другие. Нам с детства говорили, не выпячивайся. Да, не выпендривайся. Не выпендривайся. Я последняя буква алфавита. Сделал, замолчи, тебя и так все равно заметят. Нет, не заметят, никто тебя не заметит. Если ты о себе не расскажешь, о тебе никто не заметит. Ну, прям это единицы какие-то. Поэтому нужно себя уметь продавать. Ты можешь... Вот американец зайдет в аудиторию, он себя продаст за 2 секунды, понимаешь, потому что он красиво, быстро, у него ментально он может это делать. Ему не стыдно рассказать о себе, какой ты классный. Да. А когда я вот сюда пришел к вам в студию, я Яне сказал, Ян, мне так некомфортно сейчас про себя рассказывать, что ну как-то глупо рассказывать про себя, какой я классный. Яна — это наш гример, легендарный. Да, классная девочка. А что тебе Яна это сказала? Она согласилась. Да, но вот это интересный момент. Мы же не выдумываем. То есть если бы я тебя сюда позвала как самого успешного исполнителя российского, вот это было бы ну смешно, знаешь. Ну, я пою для хобби. Но ты же действительно успешный бизнесмен, который с нуля начал в Америке и тоже быстро поднялся. Я знаю людей, которые здесь живут 20 лет, не говорят ни слова на английском, работают до сих пор половина в конверт, половина в серую, половина там как-то, живут на пособиях и вообще ничего не делают в этой стране. Ну, это их история, это их мультики. Они как бы вот так запрограммировали себя. Слушай, Америка дает такие прекрасные возможности. Ну, то есть у нас в России нет таких возможностей. Если как раз-таки в России у тебя нет связи, ты не протолкнешься. А здесь ты можешь без связи, своим трудом показать, что вот, ребят, смотрите, я сделал классный продукт. И все, и тебя прямо вот сами американцы, сама вот эта система подымет наверх. Мы заканчиваем. Можешь мне как-то подытожить? Вот скажи мне, про что твоя американская история? Про что моя американская история? Да. Она сказка. Вот у меня прям сказка здесь, знаешь. Это прям... Я окунулся реально в сказку, я окунулся в среду, которая мне помогает, которая мне отдает. Вот. Поэтому... Вот те, кто смотрит нас, если есть у каких-то страхи, я просто хочу, чтобы ребята и девчата убрали эти страхи. Здесь классно, приезжайте, работайте, пробуйте, не сидите на попе ровно на месте, потому что, ну, вот есть такая, знаешь, фраза, под лежачий камень, бла-бла-бла, ну, вот прям 100%. Здесь надо пахать с утра до вечера. Но вот. Это того стоит. Это стоит того, конечно. Как ты думаешь, а что больше всего тебе помогло здесь вставать на ноги, и что больше всего мешало? А помогло мне, наверное, все-таки мое желание и стремление. Mm-hmm. Если бы я не захотел, ничего бы не было. То есть это прям вот внутри я захотел. Слушай, ну я потом я понимал,
я приехал сюда, мне уже там не 16 лет, новая страна, нет языка, нужно встать на ноги, нужно раскрутиться, нужно думать о будущем. Поэтому у меня не было возможности там думать, сидеть, знаешь. Я приехал, начал с первого дня пахать, работать. А что мешало больше всего? Блин. Прям боюсь я это говорить, на самом деле, что мешало. Мешали наши. Некоторые. То есть те, которые... Вот ты приезжаешь сюда, и главное, ты попадаешь вот в эту среду, которая тебя, знаешь, в ворот берут все подряд. И ты должен там очень внимательно смотреть. Очень много обмана было как раз среди наших. Вот поэтому у меня там даже два суда было. Вот. Ну, это такая-то обратная сторона русскоязычной среды. То есть, с одной стороны, ты себя здесь безумно комфортно, да, чувствуешь, да. А с другой стороны... Есть неприятные люди. Уже везде нужно аккуратненько. Не только здесь. И в России то же самое, и в Украине то же самое. Ну, просто здесь мне всегда казалось, ребят, мы же в одной лодке, нам же всем здесь было одинаково тяжело поначалу, мы все понимаем, через что здесь нужно пройти. И здесь я, например, меньше всего жду. Посмотри, есть люди, которые делятся на две категории. Первая категория, это говорит, которая я приехала в Америку, я прошла все там беды, и там я не ел, не спал, не... А есть люди, которые... И вот ты должен пройти тоже вот этот путь, чтобы ты понял, что такое Америка. Mm-hmm. Я всегда говорю, почему? У меня другой свой путь. Я не хочу там ни есть, ни спать. Я по-другому заехал в Америку. Я начал работать, пахать. Вот это мой путь. То есть он разный. Это выбор всегда. Всегда. Ну, согласись. Они выбрали просто такую жизнь, поэтому так случилось. Мне нравится, знаешь что? Сколько человек приходит на это место, вот столько людей рассказывают мне свои абсолютно разные истории. Это меня поражает больше всего и вдохновляет больше всего. То есть нет ни одной истории, похожей на другую. Американские истории, ну, как бы они равны только в том, что это истории, случившиеся в Америке. Все остальное у всех разное, как будто мы вообще в разных галактиках живем здесь, хотя это один город, один большой мир. С удовольствием посмотрю, кстати, передачу твою, кто герой. Так интересно. Спасибо тебе, что пришел, спасибо, что нашел время. Вы смотрели «Американские истории». У меня в гостях сегодня был Олег Новиков, ресторатор, а я, Алина Полянских, прощаюсь с вами ровно до следующего выпуска. Пока.